Режим 90-х. Современный режим. Вам нравится новое поколение игрового хоррора? С упрощенной боевой системой вы сможете реагировать быстрее. В этом режиме нет обоим или сложной системы перезарядки. Выстрел, труп, перезарядка. Не, я хочу вот это. Ненавидеть разработчиков. Если ограниченные патроны и живучие враги вам по нраву, то полный вперед. А нормально, давай, наверное, нормально выберем. Режим прицеливания, полуавтомат. Хотите погрузиться в сюжет 1998-го? Без лишней головной боли в этом режиме вы просто выживаете на улицах Кинсайта. Так что пушку в руки и соску в рот, новичок. Это что-то типа «Обитель зла» первой части. Самое важное в шахматах – грамотные ходы и действия, которые позволяют добиться результата. Я выжидаю в тени и выстраиваю стратегию, чтобы воспользоваться самыми уязвимыми пешками. Но в этот раз все по-другому. В этот раз мне пришлось вмешаться лично. Но давайте по порядку. Итак, стартовала первая фаза моего плана. Объявляется эвакуация всего оставшегося персонала. Код синий, повторяю, тревога, код синий. Пожалуйста, ответьте кто-нибудь, прошу. Меня зовут Ребекка Джордан. Я врач в медицинском учреждении Эгида на Норфельских островах. У нас серьезная проблема. В здании произошел несчастный случай. Произошло ужасное. Мне похоже, мы подверглись действию какого-то газа. Это коррозийное вещество, которое заражает легкие и калечит людей изнутри. Как слышно? Ради всего святого, помогите, прошу. Повторяю, код синий. Мой коллега сорвался, напал на меня. Наверное, лучше умереть от какой-то непонятной инфекции, чем убивать людей. Но не знаю, насколько долго этот канал еще будет открыт. Из-за нарушения системы безопасности все выходы из здания закрыты. Введен карантин. Боюсь, что... Это последнее сообщение из лаборатории Эгиды. Пришло 12 часов назад. Новые вводные от наших друзей из Минобороны. Похоже, это коррозийное вещество, тот самый экспериментальный газ, который вам приказали забрать. Есть одна проблема. На брифинге забыли сказать, что это новый вид химического оружия, который убивает почти любого, кто его вдохнет. Все входы и выходы автоматически закрылись при первых признаках нарушения. В таких ситуациях это стандартный протокол безопасности. Отряды проникнут в здание так... Эпсилон. Вы войдете через центральное лобби на втором этаже. Это основная точка доступа в здание. Затем направляетесь в лабораторию. Дельта, вам нужно прочесать нижние этажи. Там расположена основная лаборатория. Согласно разведданным, так называемая утечка газа произошла в подвале, так что будьте осторожны. Учтите, приоритет операции повышен до красного уровня. Повторяю, приоритет красного уровня. Сами понимаете, это будет непросто. Зашел, вышел, как вам изначально сказали. Удачи, господа. Отправляйтесь туда и покажите, на что способны. И что ад — это царство Аида. Конец связи. Ладно, красный приоритет, говорят. Понимаете же, что это задание может стать для нас последним. И знаете что? Если бы я был азартным человеком, ну я бы поставил на то, что шансы вернуться домой целыми и невредимыми гораздо выше, если вы со мной. Ну, то бишь, если рядовой Гомер Куча нас не подстрелит. Ой, завали ебало, Лев, сраный болтун. Не слушай его, парень. Это говнюк задирает всех, у кого палка побольше, ну то есть вообще всех. Зря его вытащил из пожара на Груме в 94-м. Спасибо, Хейден. Ой, так точно, майор. Неважно, в смысле, не знаю, о чем я. Может, просто пора отпустить прошлое? Ромеро 4 Гольф, говорит штаб.
Вы входите в авиапространство над островом. В ближайшее время Игита будет в пределах прямой видимости. Прием. Штаб, говорит командир Морфей. Снижаемся к объекту Ноябрь, Фокстрот, Индия. Ожидаем старта миссии. Командир Морфей, говорит штаб. Даем разрешение начинать миссию. Разрешение Эхо Гольф 394-1427 Зулу. Конец связи. Начинаем миссию. Это вторая платформа. Тебе здесь выходить, Лев, Журавль проникает в лабораторию через третью платформу. А затем мы с Вороном будем удерживать позицию на внешней погрузочной площадке в режиме 5-минутной готовности. Чтобы забрать вас, Сосунков, потом летим на вторую платформу, на всякий случай не загружайте канал связи, прием. Так точно, на связи, направляюсь к основной цели, конец связи. Короче, понятно. Так, загрузка. Так, это я, да? Так, ну чувствительно, что там мне нравится. Говорит штаб, код разблокировки получен. Перехватываем служебный доступ к станции Игида. Как мы уже говорили на брифинге, устройство для обмена данных пока проходит испытания для работы в полевых условиях. Однако сейчас УДОТ будет для вас самым полезным помощником. Он позволяет управлять оружием и съестными припасами, сверяться с картой, проверять состояние здоровья и, самое главное, взаимодействие с любыми электрическими устройствами. Прием. Инвентарь. На этой вкладке находятся все съестные предметы и ключевые предметы, которые персонаж находит в процессе игры. В верхней части также находятся оружие персонажа. На этой вкладке находится информация о состоянии здоровья персонажа и изменении его статуса. Карта. На этой вкладке находится карта местности и информация о текущих заданиях. Документы. На этой вкладке содержатся все документы, ID-метки и аудиофайлы, которые персонаж находит во время игры. Обойма для GK-22 рассчитана на патроны 10 и 10 мм. Картонная коробка с разрывными патронами 10 мм использует GK. А это разрядил. Так, сложно. Блин, а я что-то обойму не нашел, я что-то не пойму вообще ничего. Не может перезарядить пустую обойму. Пока ничего не понятно. Опа. Вы чё валяетесь? Могу что-то собирать. Что тут произошло? Могу что-то брать? Нет. Вдруг ты не встанешь? Морфей, агенту Льву. Судя с фрагментов видеозаписи с камер наблюдения, несколько баллонов с маркировкой CSR-03 уже были прикреплены к основной подъемной установке. Ожидаю у главного входа в грузовой лифт. Прием. Говорит Лев. Вас понял. Принято. Похоже, в пару баллонов с газов произошла утечка. Вижу также следы стрельбы и взрывов. Перехожу к выполнению миссии. Прием. Так, а что у нас карту? Давай карту включим. Карта у нас троечка, ага. Вот нам туда, да? Давайте мы обыщем эту зонку. Посмотрим. Сначала нужно открыть крышку. Я могу как-то от первого лица включить. Очень достаточно неудобно. Что тут произошло?
Ай. Ай-ай. Чё, я там повредился? 6 хп у меня сразу забрало. Ой, какие-то ящички тут. Надо все обыскать. А что, лазить он не может, да? А, прикольно. Так, это мы запомним. Самое главное, ни патронов, ничего нету. Ничего себе! А что с ним произошло? Дружище. Кто тебя так обглотал? Опа, выживший. Ну, наконец-то вы пришли. Вы из аварийной спасательной службы, так? Так, точно. Я агент Лев. Как нога? Болит ужасно, но я справлюсь. Далеко уйти, правда, не получится. Не повезло. Так, мне нужно найти тут уцелевших. Вернусь за тобой, как только смогу. Уцелевших? Ага, удачи. Ладно. Я подожду тут. Надо дать глазам чуток отдохнуть. Так. Выбор оружия. Прицел. Я что, должен его убить? Выстрел в режиме прицельного. А зачем я его убил? Жесть, компьютер какой древний, сколько тебе лет? У меня такой был LG монитор, я помню, в 2006, да. Я помню, даже процик такой же похож. Я не могу вытянуть обойму с автомата. Почему? Так. Карта. Ну, по карте все понятно. Так, перезарядка. Очень. Не, сложно. Это очень сложно. Лев, центру управления. Морфей, я установил контакт с сотрудником Егиды. Я действовал согласно протоколу. Направляюсь в пункт управления и начинаю процедуру загрузки. Прием. Все понял. Сразу вспоминаю 94-й год. Особенно тот день, как ты открыл огонь по невинным людям. Точнее, по тем, кто остался в живых. Не помнишь? Приказ есть приказ, майор, и те невинные люди были не совсем гражданскими. Когда вы соизволите вылезти из своего сраного вертолета на поле боя, тогда и поговорим. Направляюсь к цели, прием. Хадес. А, станинка есть. Кто-то тут явно от души повеселился. Сначала нужно восстановить электропитание. Короче, понятно, это обитель зла лайтовая. Может быть, ему повезло, и он умер от того, как эти твари выпустили ему кишки. Так они все знают, это самое интересное. Они все знают. Так, это журнал какой-то.
Чтобы использовать предмет, сначала выберите его под меню быстрого слота. Удерживайте кнопку «Использовать», чтобы управлять выбранным продуктом. Как только вы используете предмет, статус персонажа временно изменится. Использование предметов также может увеличить показатель передозировки, когда он достигает определенного уровня. Персонаж начинает получать урон, как только временные изменения статуса пропадают. Уровень передозировки начинает постепенно снижаться. Быстродействующий и мощный коагулянт, позволяющий восстановить сердечный объем здоровья. Ага, короче, это здоровье. Это что? Богат протеином поможет восстанавливать немного здоровья с новым вкусом шоколад и перца, чили. Ну класс, мне нравится игра. Следы сильной борьбы с зараженными. Получается, мы включим свет. Опа, сохранялочка. Молоточек бы взял, не пригодился бы. Чеку по плате. Банковский перевод на миллион долларов на имя Джи Фелпса. Фелпса. Вот мне кто-то вот так перевел бы. Миллион долларов. Опа, обойма. Что мне тут нужно сделать? Да. Опачки. Сейчас мы что-то включим, мне кажется. Мы все включаем. Да. Лаборатории. Все открываем. Что-то отключено, да? Off, TD, LA. Не, подожди. Off, TD, DA, HA. CR, CA. Вот CR. CA. А вот CA. Вот это я дал! Надо было зелененькие подключать просто. Вот это да. Опа. Опа. И тут сразу местные жители поприходили. Они что, на свет пойдут или что? Что за твари? Ты серьезно? Ты вроде говорил там твари, вся фигня. Не, я думал, ты знаешь. Ой. После быстрой перезарядки. Давай мы... Вот это ж правильно патрончики. Бомба. 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 А откуда он вышел-то, блин? Проснулся, типа? О. Двери начали работать. Они, типа, на свет, типа, включился свет, и они такие... Братик, ты чё? Воу! Я не хочу с вами воевать. Да, да, да. До свидания. И тут сейчас тоже начинаю, да? Жесть, метки. А сколько и надо-то? Они вставать больше не будут?
Этот спит. Можно закрыть дверь. Внимание. Поломка электроснабжения. Грузовая зона нуждается в ручном восстановлении. Запустить процесс восстановления. Мне кажется, это зря сделал. Агент Лео, говорит Морфей. Внешние перегородки открыты. Отправляйтесь в грузовую зону и активируйте грузовой лифт оттуда. Прием. Переключите лифт в грузовой зоне. Угу. Так, тихо. Че? Будете просыпаться вот это? Теперь по одному. Быстрая перезарядка. Добавим патронов. Там внизу что-то есть, похоже на здоровенную подлодку с маркировками, похожими на знак биологической опасности. И это что, флаг Японии? Все внимание на миссию, агент. Мне без разницы, что за говно нам приходится убирать по приказу начальства. Время на исходе. Двигайтесь к цели и побыстрее. Прием. Какая-то посудина. О, сейчас начнут просыпаться. У меня автомат еще не заряжен, ни хрена. Воу! Да сколько тебе нужно, слышишь? Упал. Дергается, блядь. Что за херня? Че они такие жирные? Что их очень сильно много. Я не хочу тратить столько патронов. Ой, дружище, ты не друг мне. Блин, они так долго падают. Лев, центр управления. Элвис покинул здание. Все понял. Дальше мы сами, агент. Если погода ухудшится, у нас могут возникнуть проблемы со связью. Направляйте следующие цели. Эксильный канал открыт. Прием. А! Перезаряжайся, друг. Ты чё? А чё? Блин, а он на меня идет. Я ничего не могу сделать. Вы не можете перезарядить пустую обойму. А, мне надо ж поменять. Ага. Теперь я могу перезарядиться. Так, зарядим, если есть что зарядить. Да, еще есть что зарядить. Мы ищем ход. Обязательно их убивать? Ну, убьем, посмотрим, я не знаю, куда это что ведет. Я ему тупо хедочки сажу. Друг, падай, блядь. Блин, а патронов-то нет уже. Уже нет патронов. Это патроны на МП5.
Сейчас что-то хрюкает, не пойму. Ну падай, ё-моё. Наконец-то. На дубинас какой-то, ну блин, ну я патронов не наберусь на них. О! А я его рукой бахну. Че, блять? Так мы в лабораторию идем, да, наверное. Давай посмотрим карту. Нихера не понял. Так, перезарядимся. Мне патрончиков там нашел. Угу. А патрончики на МП5. Ну, в целом у меня 11 патронов. Так, эти твари. Образец, который мне нужно, находится внутри. Ищем, ищем. Как мне его достать? Ух ты, ёбаный стыд. С плюшки умер. Энергетический напиток. Зашифрованный файл. Находится какой-то файл зашифрованный, что? I don't know. Надо все осмотреть. Экран показывает, что температура в комнате 0 Цельсия. Некоторые двери и шкафы полностью закрыты при помощи системы безопасности. За ними могут храниться редкие и ценные ресурсы. УДОТ позволяет проникнуть в систему безопасности при помощи функции взлома. Чтобы начать взлом, потребуется блокировочный кабель. Чтобы успешно взломать систему, нужно остановить оба курсора внутри движущихся сегментов. Как только вы успешно остановите первый курсор, начинается обратный отсчет. Если время истечет, попытка взлома окажется неудачной, а блокировочный кабель придет в негодность. Два кабеля. Так, че? Дверь заперта, мне надо взломать, да? Взламываем. Начать процедуру взлома. Не надо, чтобы они попали вдвоем. Ну это жестко. Это нереально. Да сколько часов я должен просидеть? Чтоб они... Три попытки. О, одна у нас вообще... Что? А что? Пять. F и Q. Одной попадаешь, потом вторым попадаешь, да? Угу. Во! Сука, гений, блядь. Взломщик просто нереальный. Взломатор. А я вообще себе навыдумывал, что надо, как бы, чтобы они попадали одновременно. А там еще, блядь, чверенькает что-то. Патрончики, патрончики на пистолете. Вот это уровень. Вот это уровень. Это я понимаю. Комба, комба. Вот это я понимаю, нашли. Да ты... Что ты творишь?
мы заряжены. О, этот не встанет, я думаю. Ну зачем мы сюда пришли? А что я тут? Я что, походил такой туда-сюда тут? Ну, патрончики нашел, ладно. Патрончики, это хорошо. Продолжаем наше путешествие. Так, тут ничего взламывать не нужно. О! О! Фу, на меня рыхнул. Блять, пошел нахер. Блядство. А что они резкие стали какие-то? Падай. Им в грудину стреляешь, не по голову ни хера. Это что говорит? То, что мозга нет. Не, это я хожу. Мне показалось, думал еще. Что он меня обрыгал, этот обрыган? 71%. Давай мы батончики, я думаю, схаваем. Схавали батончик. О, восстановление погнал. О, наконец-то я нашел то, что надо. Минус 15. Наконец-то я нашел этот рожок, и он заряжен фулочкой просто. Сейчас мы МП-5 проверим. МП-5 это круто. Но это реально обитель зла. Первая часть. С Милой Йолович. Сначала нужно забрать Пулукс. Хм. Наверное, это из-за системы охлаждения. Внимание! Перезагрузка системы азотного охлаждения. Вы использовали водородный штабель. Начать процедуру перенастройки. Блёха-муха. А, подожди. Минус 15.01. 20 градусов вторая. 0.04. И 5.03. Все. Блять, твою мать, как же все просто, ё-моё. Заберите образец вируса. Кто-то у нас вырвался на свободу, да? Кто ты такой? Где ты? Воу. Слушай, это какой-то сверхмутантик. Россия, сколько ему надо? Что, он меня джахнул сильно? Шестьдесят процентов. Давай используем. Что это? Использовали, да? Восстанавливает хпшечка. А, игрок может смешать базовые ингредиенты с добавлением... Так, что, давай скомбинируем что-то. Если мы вот это комбинируем с вот этим, мы получим хилочку.
Лео, центр управления. Образцы PLX-731 у меня. Направляюсь ко второй вертолетной площадке для эвакуации. Как слышно? Отлично сработано, агент. Но боюсь, у меня плохая новость. Цель операции обновлена. Агент Крайчик и Вест пропали без вести, и пока их не найдут, вам нельзя покидать здание. Ваша новая цель – завершить миссию отряда Эпсилон и загрузить данные всех исследований в ДОТ. Подтвердите, прием. Новая цель подтверждена. Выхожу, прием. Ну да, я в конце концов просто вояка. Товарищ, если тебе понравилось видео, подписка на канал, лайк, 15 лайков, и мы продолжаем.